Сегодня у нас нашим цыплятам ровно 1 месяц. Вон они уже вот такие взрослые. Это у нас 2 петуха. Вот у него очень большой гребешок. Уже вырос хвост немного. И перья есть. Сейчас мы их пустили. У нас есть теплица, и мы пустили ее в теплицу. И тут есть трава. Вот. Вот уже второй цыпленок. Вот такой здоровый. О, лягушка. Да. Лягушка, вот. Есть. Вот, покажи. Ты вот. Вот лягушка. Жаба. Прыгала так что тут. Вот курицы. Где? Петух. И это петух. Сейчас мы их тут будем пасти. А может, лягушку цыплятам покажем? Дверь что открылась? У цыплят сейчас шок, и они не понимают, что нужно делать. Лягуха сидит на курице. А? Лягуха на петухе сидит. Да, я ее посадил. На моем. Лягуха ничего не понимает. А ну поближе лягуха снимала. Лягуха застрелила. А чё ты? Так вот ещё червь. Да, там 2 червя. Где лягуха? Вот он, вот это. Лица. Нет. Лягуха? О, первый помет. Смотри, смотри, теперь на луне лягуха. Что, ты снимаешь? Сейчас рухнет.
Мне надо приставить. Сергей, поставьте его сюда. Сергей, сейчас врубай. Ты осталась там, пусть только не пришли. Нет, я сюда. Там сидел. Стой, если не голову. Стой. Стой, она сейчас оживет, и бухает, не хочу. Вот она играет. Все, вот так. Давай. О, петушиный голос. Да. О, петушок. Петушок. Эй, стой. Луна. Пс. Прыгай, лягуха. Чё, она не видит. Луна. Охотница. А ладно, сейчас я поставлю. Нет, на голову. Да. Ну-ка теперь курица. Точнее, на курицу поставлю лягуху, и его на сейчас на курицу. Все, иди сюда. Все. Смотри, вон лягуха. Смотри, лягуха. Ой, сейчас на стамину тебя прыгнет. Смотри, Луна, вон там лягуха. Наросток скинул. Лягуху. Лягуха. Ты что, лягуху не видишь? Вот, ну теперь на луне лягуха. А ладно, лягуха. Вот, смотри, куда она прыгнула. Вообще. Она теперь распрыгнет листья. Он будет нюхать. Первая прогулка получилась успешной. Курицы ковыряют листья, и кошки их не трогают, и коты. Все, вот. Вот еще один кот. А вот лягуха. Стоп. Эй, стой, бегу. Сидеть. Все. Стой, бегу.
Вот они петушатся, у них петушиный бой. Они любят так подраться. В своей кропке, когда сидят, то они дерутся часто. Вот у этих петушков, вот тут на шее висит их пух, который он отпадает, и на месте его вырастают перья. Вот пух белый, тут серый. У этого уже вон шея почти без пуха. Сейчас мы их будем ставить обратно в коробку.